Дольщикам жилого комплекса «Томилино» продолжают вручать ключи от долгожданных квартир. На этот раз возможность заехать в новое жилье получили более 200 семей. Стол будет там, такой диван, скорее всего, чтобы сидели все хорошо и уютно. А это все здесь где-то обоснуем. На разработку интерьера двушки в Томилине у Натальи Сажиной было целых 4 года. Именно столько женщина ждала постройки нового дома. Перенос сроков сдачи квартир сильно ударил по карману семьи. Все это время им пришлось оплачивать ипотеку и съемное жилье. Очень рада, потому что наконец-то к Новому году такой подарок получить. Такой долгожданный подарок, который вымотал всю нам душу. Поэтому спасибо, что наконец-то мечты сбываются. Одна беда объединила владельцев 210 квартир настолько, что теперь они не просто соседи, а настоящие друзья. Долгожданные ключи от нового жилья они получили лично из рук главы округа. Всего в этом году разрешение на въезд в достроенные дома получили 420 семей. 3 корпуса получили заключение о соответствии построенного объекта требований технических регламентов. Эта история тянется с 2013 года, но на сегодняшний день были приняты администрацией все необходимые меры для понуждения застройщиков, чтобы эти дома были заселены. Первая очередь 5 корпусов были сданы в 2018 году. Из 11 домов жилого комплекса «Томилино» осталось достроить 3. Сегодня они готовы на 70%. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.